Всем привет! Продолжаем наше выживание в грязи на официальном сервере. И теперь я, немного поизучав в интернете, как вообще здесь выживать, я думаю, что я научился готовить еду. С прошлого раза у меня еще есть стейк из курицы. И надо теперь их пожарить. Сейчас я сделаю костер. Какого-нибудь дерева. Кстати, немножко в игре посидел возле вот этих деревьев, собрал сушеные груши, яблоки. Так, короткая палка. Тряпка, кажется, для костра. Сделать факел. Набор для костра. Куда-нибудь вот сюда я заброшу пока этот костер в этом доме. Надо сделать еще тряпки. Отлично. Теперь мне надо как-то разжечь. Только я сначала сделаю тряпки. Надо набрать кору. Я чем-то болею, короче, какой-то заразой. Но особо-то это не проявляется. Тетрациклин я уже съел. А других таблеток у меня и нет. Нужно кору набрать. Люди здесь бегают периодически, но меня пока не трогали. Кора и тряпки. Сделать набор для костра. Блин. Опасно. Блин, что за фигня? Тут костер, и этот костер. Меня смущает, что там кто-то стреляет. То ли у меня места нету. Скорее всего, набрал тут кучу всего подряд. Револьвер может выкинуть. Нафиг он не нужен. Но это неправильно, это не костер, вот это костер. А тут надо как-то подобрать. Или я какое-то неправильное видео смотрел. Типа, ну ладно, у меня есть спички. Спички-то у меня есть, только мне мясо не на чем жарить. Здесь вряд ли можно, да?
Хотя, может, наверху можно жарить. Типа там, да, костер? Горит костер. Копчение происходит. Надо, наверное, еще палки. Сломался, да, ножик? Идет, нет? Вроде так не видно. Почему погас? А почему погас? Ты почему прогорел? Ты что происходит? Что-то я не то сделал.
тут костер? Ну, какой-нибудь подальше отнести, чтобы он меня не путал. Теперь рядом у меня только один костер. Добавляю еще палку. Как же разжигать-то? Чего-то спичками нельзя разжечь. Отдайте мое мясо, отдайте мои палки. Тряпки на растопку. Вот так, если... Ага, жарится, да? Посушить яблоки. Готово, типа, да? Я слышу где-то курицу, возможно, можно еще будет сходить сейчас мясо набрать, может, и не надо. Мне кажется, горит оно на тряпках вообще. Или на палках. Горят тряпки. Тряпок на самом деле очень много, проще, чем ветки собирать.
да? Вот зараза. Ну посмотрю, сейчас тяпки прогорят, что будет с палками. А вообще можно даже на таком костре жарить. Главное, чтобы была палка, длинная палка, на которую можно насадить мясо и пожарить. Револьвер? Даже не знаю, наверное, не буду я его брать. Патроны все равно нету. Тут хоть какое-то место останется. Какое-то интересное здание. Участковый пункт полиции, супер. Какие-то патроны, оружие. Что у меня по оружию? .762, у меня нет таких патронов. 5.56. Увы, ах, ну пусть будет. Патроны для чего? 9-миллиметровые нужны будут. Если кто знает, что меня зараза какая мучает, напишите, пожалуйста. Как ее вылечить? Это что-то поинтереснее, да? И причем патрон 12 калибра, они у меня есть. Две штуки. Кстати, какого качества? Не тронут, хорошо. Один всего зарядился, а почему не два? Ладно, не буду вдаваться пока в подробности. Полицейские штаны 20 слотов, у меня штаны пожарного 24, качество они поврежденные. Может, надо будет попробовать зашить их. М-лок. У меня как раз был магазин, да, на него? Да, так, отлично. И куда мне его засунуть? Еды еще поесть немного. Патронов 9-миллиметровых все равно, конечно, нету. Из косточек можно сделать крючки. Они там меньше места будут занимать, наверное, да? Один можно будет сразу поставить на удочку. Да, они намного места меньше занимают. И еще можно будет вот этот ножик выкинуть, нож для стейка. В
Батарейка тоже мне не нужна. Воды в полные карманы. Кора. Блин, кору, наверное, есть, что я найду. Отлично. Если что, написано 1 в скобках 9. Это значит, наверное, один заряжен и еще 9 в магазине, да? Насколько я правильно понял. Хорошо. Приоделся, оружие взял. Если что, можно даже попробовать дать какой-то отпор враждебным игрокам. Так как я чихаю периодически. Бежал, и кажется, прибежал в надежде, да. Револьвер прикольный, конечно, но стрелять мне, конечно, из него нечем. Одежду бы получше обновиться, да и побольше слотов, чтобы было. Большой баллон с газом, но вот если бы была бы горелка, был бы отличный вариант. Я, конечно, могу попробовать. Ого, не-не, не полезет вообще никак. Хотя... Нет, костром обойдусь, по-моему. Если, конечно, найду горелку, я буду знать, куда сходить за баллоном с газом. Не смотри в мою сторону. Охотничий нож, нетронутый, это, наверное, даже лучше, чем тот нож, который у меня есть, кухонный, к тому же он уже поврежденный.
Сейчас все перекидаю. Вода есть здесь, кстати, да? Услышал. Ждем его, да? Комплект для чистки оружия. А не надо. Да что такое? Вроде можно по чуть-чуть сейчас пить, по чуть-чуть есть. Но главное по чуть-чуть. По пару укусов буду питаться. Странно. Ну, наверное, все-таки тут эта болезнь из-за нее вырвала. Потому что в колонках, насколько я знаю, всегда чистая вода. Сейчас важно правильно восстановиться. Там в конце больницы должна быть, вон наверху. Есть еще уголь активированный, вот этого я еще не находил. Может, повезет сейчас. Нарезные патроны 12 калибра. Нарезные. Ладно, сейчас посмотрю, что это такое и зачем. Что здесь зомби где-то есть? Почему тетрациклин нельзя взять? Съем одну таблетку, но, наверное, все-таки нужен активированный уголь. Доктор!
Хлорные таблетки, не то, что я хотел. Да, еда восстанавливается потихоньку. Что я могу выкинуть-то? Где эти патроны? А, вот такие, да? Это немного другие, чем у меня. Ну, бинт я выкину, наверное, один. Заберу хлорные таблетки. Бумагу заберу. У меня, кстати, есть уже. А, она не стакается. Нет, так я корову не догоню. Надеюсь, меня никто не услышит. Повернись ко мне головой. Чужие коровы были, видимо. Специально на коров, наверное, подлавливают. Блин, у меня, конечно, очень светлая одежда. Сильно поврежденный, блин. Попробую зашить. Вот другое дело. Сейчас полицейский участок.
Вот я перепугался. На крыше он был. Я уже в последний момент увидел, что он на крыше.